Хей, hey, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру по названию Mega Man 2. Мы убили в прошлой серию Бульбушка Мэна, и теперь мы продолжаем. Так, теперь мы пойдем с вами в Хедмена. А, это огненный? Хед, жаркий мужчина, типа. Ясненько. Так, сразу сохраняемся. Жаркий мужчина, а против кого мне взять? Ого. Сохрани, да, окей. Что-то я быстро заспидранил это. Ауч. О, да. Все, что я люблю. Сохраняем, да-да-да. Нажимаем прыжок, да и все. А-а-а. Тебя держу в курсе. Тихо. Сохраним, да-да-да. Нужно отогнать того. Типа. Ау. Сохранить. Отлично. Выгоните. Ох. Ага. Почему тут врагов нету? Не странно? А-а-а. А-а-а. Не странно ли, что врагов нету? Сказал он. Как мне, обычному игроку, вот это запомнить? Как мне... запомнить, куда прыгать. Что происходит? Окей. Окей. Просто упал, перезагружаюсь. Упал, перезагружаюсь.
Сохранить, да. Понял. Загрузить, окей. 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 Ну, вы понимаете. Как? Я представляю, как мучились давно игроки, у которых не было сохранений. Что я нажал? Просто уже сейчас по привычке. Просто, блядь. Как я мог зафейлить там? Считай, я уже был уже на финише. Но это мысленно себе говорю. Просто сохраняюсь. Ого, вот. Называется «Успей». Просто называется «Успей». А я успел. Тец. Ты же вверх не пуляешь, я надеюсь. Нет. Загрузить игру, да. Теперь так будем все мегамод проходить. Так, чувачок. Вот против себя я, скорее всего, возьму The Man'а. Сохранюсь. Попробуем сначала за The Man'а. Да-да-да. А что она дает? Охуеть. The Man. А, вот у нас бульбашка Man. Джоб. Джоб. Минус бульбашками. Бил бульбашками. Пока что боссы на самом деле легкие. Вот. Без всяких вот. Это четвертый босс, и у меня даже сложность. Даже первый босс в Мегамэне первом не дал сложности с вот этим метателем ножниц. Давай, чем ты меня улучшил? Первый предмет комплекте. Виапон трейдер. Get quick beat. Такой же херь, да, даже дал мне как вот то, летающие посудина.
Ладно, давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.